Все, идем. Проспект. И зачем, думаете, мы идем? Сейчас увидите. Так, мы идем с Машей Ярославом. Это у нас что? Едем. ДНС. Ну вот, все, забрали его. Какому лифту? Посмотри сюда. Ярослав, удержать не может. Ё-моё. Это тяжело. А вы вдвоем несите? Упакованные, весь в упаковочке. А мне страшно. Опечатан. А помоги. Ну, Маша, давай рассказывай, что это такое, эта штука. Скутер, гироскутер. Что? Гироскутер. Ох, давай. Гироскутер. Вот они тащат. Так, ну что, Маша вскрывает его. Давай, Ярослав, открывай. Сегодня жарко вообще. Сегодня какое число у нас? 20-е, да? Августа. Жаренька ты. Душновато. Так, ну ладно. Укусила. Вы видите комаров или нет? Конечно. Тут им самое разрыли, здесь открывали. Берешь. Оп. И здесь. Маша, давай, иди сюда. А, это коробка? Это коробка в коробке. Ух ты. Может, там еще коробка? Оригинально. Теперь надо будет ее опять переворачивать. О, гуд, зар гуд. Так, это у нас сюда. Переворачиваем. Так, и что там? А, здесь просто, да? А я подумала, а он большой! Я думала, он меньше. Так, блок питания, да? Блок питания, да? Я думала, меньше намного. Здесь что у нас есть? Это убираем. Поднимай. Давай. Давай. Да не колоти этих комаров. Чужой. Вы же не грохнете, блин. Сумка. Сумка и инструкция. Сейчас это все убираем. Так, ставь сюда его. Это упаковано так. А, как он красивый, такой трансформер. Ну, винки, да? Подожди, а это вверх или низ? Это низ, по-моему. Это вверх. Вот это для ног. Да? Ага, вот это. Так, снимайте эти. Интересно, он заряжен или нет? Если не заряжен, нам придется тащить. Ходим заряженный, ходим заряженный. Вот. Давай, нажимай. Зеленый. Что, зеленый, это значит, нет? Это не красный, это плохой. Сейчас. Он сорванный, не понял. Сейчас, давайте на пол поставим. Как-то его центровать еще надо? Нет. Так. Тоже занят. Ну, Маша, давай, вставай. Так, первый раз, может, на этом деле. Чего ты первый раз? Ну, на этом-то первый раз. И все как? Нормально? А теперь повернись. Можешь повернуться? Тихонько. Все, короче, колеса
И аккумулятор заряженный был, короче, все. Ну все, вот он рабочий. Рабочий он. Теперь можно кататься на велосипеде. Ну и как ощущения у тебя? Так, теперь Ярослав становится. Маша учит Ярослава вождению на скутере. Ну и как, нормально? Ты на одну сторону давишь, что ли, тогда он поворачивает, да? Теперь прямо едет. Вперед. Нормально, да, Маша? Маша, покрутись в водовой. Курочках разве можно катать? Вертеться можешь? Передай поверку. Как по-твоему этот гироскутер нормальный? Да. Хороший? Понятненько. Маша, а ты покрутись так вот, вот здесь вот. Давай, крутись. А быстрее можешь? Быстро, 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 быстро. Короче, нужно фигурное катание на гироскутерах. Да. А он назад же не едет, да? Едет назад? Да. Назад, наверное, не стоит ехать. Зачем так? Если развернуться невозможно. Вот индикаторы показывают заряд, уровень заряда. У нас зеленый, да, горит? Вот, вот это вот? Не, вот, вот тут это просто свет, да, чтобы подсветка как бы, да? Нет, а вот это, вот это пока, это вот смотри. Если я, например, сверну, вот, то смотри, они моргать начнут. Ну, короче, если вот эти будут ну, понял, неровно, да? То они моргают. Понятно. Они вот эти по центру вот это. А вот эти, не знаю, зарядка, наверное. Это заряд показывает. Короче, красные, это значит новый заряд у него. Тут Polaris написано. Фирма Polaris, да? Ты ему же кличку подобрала? Григорий. Григорий. Черненький. Поэтому Григорий, да? Гироскутер Григорий. Понятно. Ну пошли. Стой. Все уже. Я кушать хочу. Ладно. Вон машина поехала уже. Давай в ту сторону, потом туда едь. На что он похож, говоришь? Этот на трансформера. Если бы я взяла бы белого, то он бы, ну, обычный дизайн. Дизайн был бы. Угу. И тут у белого красное, мне серенький нравится больше. Так, ну все, накатались. Теперь что еще? Здесь есть. Вот что. Это называется сумка для гироскутера. Угу.
открываю. О, здесь кармашки есть. Кармашки для воды, наверное. Ну, открывай. Интересно, зачем для воды здесь карманы? Как он открывается? А, вот так, да? Так, теперь ты отряхни его, надо с собой какую-то тряпку или что-то носить. А у меня ее нет. Ну, потом. Что делать? Тревога, паника. Так, теперь сюда ложим. Пока, Григорий. Не знаю, так, когда мы еще с тобой встретимся. Маша, может, ты сильно хотела этот гироскутер? Конечно! Туда его плотно надо положить, чтобы он влез. Туда засунули. Короче, надо немножко вот туда. Он ровно по этому. Что, он тут не залазит, что ли? Все, нормально, подожди, так на боку лучше. Вот так вот. И он вот сюда вот пролазит. Ну, все. Так, вот эти две лямки есть. Это, стой, вот эта вот лямка, она раскрою на этом, на липкой ленте. На липучке? На липучке, да, ну, как это обычно делают. Теперь, да. Так, вот, да. Так, бери теперь в руку, и вот Маша его потащила, все. Еще бы такую плечевую, да?